рассматриваем вопрос экологической безопасности нашей страны при обширной территории, при природных ресурсах. Развитие экономики никогда не жалеет природу. Проблем накопилось много, начиная от деградации земли, загрязнения вод, в том числе подземных вод, неиспользования бытовых отходов, загрязняются города, ну и вопросы, касающиеся вообще таких исключительно неприятных вещей, когда мы не можем в своей стране объяснить, почему спали вот эти калачи, до сих пор никто не объяснил людям, как по-человечески. Если сами не можем, тогда надо было пригласить иностранцев и показать, что мы не умеем. Нет у нас таких людей. Или вот сейчас гибель сайгаков в таком огромном количестве. Один то говорит, один другое говорит. Это говорит о том, что вообще безобразие полное. Что мы не имеем соответствующих специалистов или мы не умеем определить на собственной земле, что творится. Поэтому пришло время на все эти вопросы ответить.